Торжественный момент – открытие в Барнауле центра «Локотех-эксперт». И это еще одна точка на карте, уже 252-я. Специалисты будут заниматься ведением бухгалтерского и налогового учета для предприятий по всей России. А сами предприятия смогут сосредоточить свои силы на решении основных бизнес-задач. Одно из действий, которое нас приведет к более качественному учету, к более понятному, более прозрачному процессу бухгалтерского отчета, подготовки отчетности точно в срок. Именно в Барнауле общий центр обслуживания решили открыть не случайно. Эксперты учитывали одинаковую отдаленность от Москвы и Дальнего Востока, развитую инфраструктуру края, количество выпускников экономических вузов. Кстати, именно молодые специалисты составят костяк коллектива. Нас не смущает отсутствие опыта. Мы будем вкладываться в этих людей, мы их будем развивать, мы их будем учить. Вы проходили, видели, да, то есть у нас готовы для этого учебные классы, мы будем разрабатывать специальные программы именно с нашей спецификой, со спецификой наших заказчиков. Новейшая техника, просторные кабинеты, учебные классы, переговорные, зона отдыха для сотрудников – все это должно способствовать продуктивной работе. Сейчас в компании работает 230 сотрудников. В ближайшие месяцы руководство наберет еще 170 специалистов. Евгения Доровская, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.